«За стеклом». Песенка из альбома «Перезагрузка». Всегда прекрасный звук и такая среда обитания для музыкантов очень комфортная. И песенка называется, конечно же, «Среда обитания». Я не просто так упомянул про среду обитания. Thank you.
которой нет дня без войны, без катастроф. Небо ветер приносит вечером вести, это вести с полей, сводки боев. Ставит чайник на газ, поправляет очки, вспоминает тот час, и дни день у реки. Пацаны с перекопа, майки узлом, в лужах после разлива, щука и влечь. В семейном буфете каждую вещь, чашки с тоником, дальше название альбома, и в некотором роде направление моих мыслей где-то на последние 15 лет, наверное. Нам подпевали, очнулись, гуляет ветер. Мы в каком-то подвале. Правит мир, долбит диджитал с
квартирам сидим и поем, как прежде, а верим, что правит мир любви и надежды. Песенка нашего биг-бенда «Воскресный клуб». Наконец-то «Воскресный клуб» выступает в воскресенье. А то все по субботам, да по четвергам, да по пятницам. Вот. Сергей Майборов, электроконтрабас. Сергей Рудык, перкуссия. Замечательный музыкант. У Сергея есть, он работает в очень серьезных проектах с самыми разными коллективами, и у него есть свой материал. Так что... Вот. Песенка называется «Яблочный спас» и «На звезда». Сейчас, секундочку, фальстарт. Ночь, светит звезда. Thank you.
притаились и ждем. Ведь Рикан смотрит в сад, и наши сердечки стучат. Спасибо большое.